А те, кто репостнет эту запись с видео у меня на стене, то я разыграю между вами сигны. 2 или 3 точно. Так что все в ваших руках. Прикиньте, Сергеоти сдержит ваше имя в руке. Прикол, да? Че творим, бро? Меня зовут Сергеонис, и это потерянный эпизод сказочного патруля. Этот мультсериал я не знаю. Об нем мне рассказала моя подписчица, собственно, которая и скинула эту потерянную серию мне в личное сообщение. Ее ссылка в описании. Давайте поддержим ее и добавим в друзья. И напишем в личку что-то приятное. Только не пишите ей о потерянном эпизоде. Ей от воспоминаний этого становится очень плохо. Она рассказывала, что эту серию она смотрела вместе с маленькой сестрой Ксюшей. Серия называлась «Все кувырком». Она видела настоящую серию, но это была не такая. Как выяснилось позже, это была первоначальная серия «Все кувырком». Но после просмотра режиссеров они приняли решение ее стереть или же изменить. Но старая версия как-то попала в сеть. Серия началась с того, что Алена спала, но к ней в комнату стучала Снежка. Снежка была странная. Она была как зомби. Ее тело было зеленое, а волосы отпадали на ходу. И она все время издавала странный звук. Аленка хотела, чтобы Снежка сделала ей красивую комнату, но что-то пошло не так, и она сделала ужасную темную комнату. После был переход на остальных спасательниц. Они собирались на задание, но забыли Снежку и Аленку, и они собрались идти. Но вдруг не в комнату забежала Аленка и начала кричать, что со Снежкой что-то не так. Они пошли в библиотеку узнать, что не так со Снежкой. Они хотели найти древнюю книгу, в которой об этом бы писалось. Но когда они пришли в библиотеку, они увидели страшное. Там было торнадо из книг, а повсюду была кровь. Аленка начала ходить по этим следам крови, но добром это не кончилось. В определенном месте из пола вылезли огромные шипы, которые пронзили насквозь Аленку, и они убили Аленку. Это была смерть Аленки. Почему-то серия в этот момент оборвалась, но она была не закончена. Возможно, где-то есть продолжение в интернете, но дело лайков, ведь продолжение очень сложно найти. Надо много лайков, ведь тогда будет легче. Да. На это все, бро. Стал бы Сергеонис, поставь лайк тебе, то всего-то 2 секунды, а мне приятно. И подпишись на мой канал. Я бы хотел себе такого крутого подписчика, как ты. А также расскажи об этом видео своим друзьям. И помни, это всего лишь мое воображение.